Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья, я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня будет мастер-класс по мужским носкам. Простые мужские носки. Смотрите, какие носочки у меня связались для моего мужа на размер 43. По мастер-классу сможете связать на любой размер. Можете женские, можете мужские, детские, какие вам нужны. Пятка здесь идет подкова, очень легко вяжется, в то же время смотрится симпатично и отлично сидит на ноге. Мастер-класс подробный, вяжется очень легко. Вязала на спицах номер 3, использовала пряжу Ангора 2. Вот такая пряжа, 100 грамм 750 метров. 50% мохер, 30% акрил, 20% молодая шерсть. Здесь у меня использовано два оттеночка. Вот такие два оттенка. Светлая и темная. И светлая идет меланж, и темная еще больше. Вот видно, что она меланжевая. Они очень хорошо сочетаются вместе. Светло-серый цвет это 923. А темная пряжа, к сожалению, заклеенная, я даже вам не подскажу, какой номер. Тоже 900 какой-то, ну вот заклеили этикетку, я не могу теперь посмотреть. А по расходу ушло 86 грамм на 43 размер. Вязала в 3 нити, я брала 2 ниточки темно-серой и одну ниточку светло-серой. В 3 нити это получается на 100 грамм 250 метров. Получились очень теплые, комфортные. Такие, знаете, они и не толстые, и не тонкие. Вот как раз на зиму для мужчин просто великолепная толщина, отличная. Мужу очень они понравились. Он сказал, это самые классные носки, которые ты мне вязала. Также здесь я слегка укрепила пятку. Вот это место я добавляла ниточку, покупала себе пух норки, и там идет дополнительная нить, она такая слегка прорезиненная, тоненькая. Брала две такие ниточки и добавляла именно вот в пяточку только. А здесь идет очень аккуратное, интересное закрытие. То есть я сначала делала закрытие через ряд, потом идут резкие убавки. И в конце, смотрите, такое хорошее скругление. Здесь я сшивала мысочек иголочкой. Все это подробно вам покажу в мастер-классе. Я вам расскажу, как делаю расчет на петли по обхвату стопы, как можно рассчитать нужное количество петель. А также в мастер-классе вставлю вам таблицу, по которой можно примерно смотреть, сколько нужно провязать на определенный размер сантиметров. Допустим, вот до убавок, там конкретно до мыска написано, а провяжите такое-то количество сантиметров. Допустим, у меня 43 размер, здесь 27 сантиметров, 23 сантиметра до убавок. Вот по таблице можете тоже ориентироваться, это очень удобно. Ну, вроде как все вам рассказала, такую всю важную самую информацию дала. Давайте приступать к вязанию, и уже в процессе вязания в мастер-классе будет все очень подробно, и надеюсь, что все понятно. Если возникнут какие-то вдруг вопросы, пишите внизу в комментариях под видео, постараюсь вам ответить. И давайте приступать к вязанию. Итак, давайте приступать для начала по расчетам. Как определить, какое количество петель нам нужно набрать? Спицы номер 3. Нам нужен обхват стопы. У меня есть манекен, я вам на нем давайте покажу. Смотрите, я измеряю вот это место. Вот где у нас косточка, самое вот это большое место, измеряю. Измерила у мужа, получилось 27,5. Я взяла 26, чуть меньше, но поскольку это вязаное полотно, оно очень хорошо тянется, поэтому, чтобы не были совсем как бы свободно, да, по ноге широкие, чуть меньше взяла, 26. Дальше связала образец лицевой гладью. Я вязала образец не резинкой, а именно вот лицевой гладью связала образец. Измерила, у меня получилась плотность вязания в 1 сантиметре 2,1 петли. Умножила 26 на 2,1 петли, получила 54,6. Я взяла 52 петли. Ну,
Просто тут, знаете, вот плюс-минус я смотрю. Обычно чуть меньше беру, потому что носки, как правило, очень хорошо всегда тянутся. 52 петли плюс 1 для замыкания вязания в круг. Получила 53. Буду набирать на спице номер 3. И вязать резиночку 1 на 1. Я до пятки вот это место уже связала у второго носочка. Я не буду здесь показывать прям подробно. Я думаю, что все смогут связать просто обычную резиночку 1 на 1 по кругу. 53 петли набрала, замкнула вязание в круг и связала резинку 1 на 1. У меня получилось так 10,5 сантиметров вот эта высота. И дальше просто лицевой гладью провязала еще 4,5 сантиметра. Вот этот момент, я думаю, будет несложный, понятный. Здесь ничего такого сложного нет. Вяжете резинку, вяжете лицевую гладь. И дальше уже приступаем к вывязыванию пятки. Здесь я буду подробно вам все показывать. Сейчас. И теперь будем начинать вывязывать пяточку. А я пяточку укрепила, то есть вот это место. Вот мы сейчас с вами будем вот это место вывязывать и вот саму вот это как бы поворотик, да? Я вот это место укрепила, то есть я добавила здесь, получается, две ниточки вот такие. Это я покупала пряжу Пухнорка, и там шла дополнительная нить, она как прорезиненная слегка для укрепления идет. Я такие две ниточки беру, вы можете укреплять пяточку, можете нет, можете тоже какую-то ниточку добавлять. Бывает специально носочная добавка продается. И что нам нужно делать? Так, сейчас беру вот две ниточки, прикладываю. Сейчас будем вязать мы только вот на этой спице. То есть у меня вот здесь 26 петель и здесь 26 петель. Я вязала способом Magic Loop, петли поделенные на спицы пополам. Мы будем сейчас работать с одной спицей, вязать поворотным вязанием. Ровное полотно 6 сантиметров. Это у меня получилось вот в том носочке 18 рядов. Так. Также лицевой гладью. Просто вот начинаю с самого начала, сразу добавила эти две ниточки. И пошла вязать лицевыми петлями. Доходим до конца, последнюю петлю провязываем как кромочную, кто как привык, кто лицевой, кто изнаночный, разворачиваемся, по изнанке первую петлю снимаем как кромочную, дальше вяжем изнаночными. Ну давайте я этот первый ряд покажу, вдруг что-то непонятно. Вот я первый ряд вяжу лицевыми до конца спицы. Так, сейчас ниточек у меня получается 5, нужно контролировать постоянно. Но это только я в пяточку добавила вот эти вот две ниточки дополнительные. Так, вот довязала эту спицу до конца, просто разворачиваюсь, первую петлю кромочную снимаю и в обратном направлении пошла вязать изнаночными петлями до конца спицы. Довязала, снова разворачиваюсь на лицо, снова вяжу лицевыми. И таким образом 6 сантиметров нужно провязать. Я провязала 18 рядов. Вот это 6 сантиметров. Вот так это выглядит. Вот с изнанки. Вот так. И здесь мы сейчас будем вывязывать пяточку, как бы вот этот заворотик, да, делать убавки вот в этих местах. Смотрите, нам нужно поделить количество петель на 5. Две части оставляем слева, две справа и одну часть посередине. У меня 26 петель. Получается по 10 с краев я оставила и 6 по центру. Вот вы примерно так же рассчитайте. И теперь будем делать убавки. Вяжем кромочную, я сняла, вяжу просто лицевыми. Нам сейчас нужно не довязать одну петлю до второго маркера. Вот, вяжем просто лицевыми петлями. Я еще пока вяжу в 5 ниточек, дополнительные 2 у меня еще в работе. Поэтому вяжу медленно, чтобы не потерять ни одну ниточку.
Вот одна петля осталась у нас до второго маркера. Мы ее переодеваем, просто маркер убираем, он нам не нужен, и возвращаем петлю обратно. Теперь нам нужно провязать вот эти две петли с наклоном влево. Петли должны быть вот так расположены на спице. Провязываем 2 лицевые петли и еще одну лицевую после них. Разворачиваем вязание, снимаем кромочную петлю и в обратном направлении вяжем изнаночными, не доходя одну петлю до маркера. Так, довязала, вот. Также эту петлю мы переодеваем, маркер убираем, возвращаем обратно. Провязываем 2 петли изнаночной и следующую петлю изнаночной. Разворачиваемся. Будем теперь все повторять. Сейчас еще раз покажу. Теперь тут, в принципе, маркеры нам не нужны. Тут видно будет, вот они, видите, есть пространство, которое нас интересует. Снимаю кромочную петлю. Пошла вязать по лицевой стороне лицевыми петлями. И нас интересует вот этот промежуток. Вот я до него довязала. Одна петля до него, вторая после. Провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Провязала и еще одну лицевую после этих двух петель. Разворачиваюсь, кромочную снимаю. Вяжу в обратном направлении изнаночными. И здесь тоже нас интересует промежуток. Так, еще одну. Вот он, этот промежуточек. Его хорошо всегда заметно. До него петля и после него. Эти две петли провязываем изнаночной. И в конце, после них еще одна изнаночная. Разворачиваемся и все повторяем. Вяжем так, пока у нас не уйдут вот эти все крайние петли. Дальше вяжем самостоятельно. И вот пяточка готова. На спице у меня 16 петель. А теперь нам нужно поднять петли сбоку, выйти на круговое вязание и сделать нужные сокращения. Дополнительные нити я вот обстригла, все, они мне не нужны. И начинаем. 16 петель, это пополам 8. Сейчас я 8 петель провяжу. Так, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Середина пяточки провязала. Все, вытянула леску. Следующие 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, последнюю тоже лицевой. Так, теперь нам нужно поднять вот здесь вот сбоку петли. Здесь идет косичка, которая образовалась с кромочных петель. Нам нужно будет захватывать петли сразу за 2 дужки, провязывать лицевой и считать, сколько петель мы подняли. Начинаем. Вот в 2 дужки сразу ввожу, провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, сейчас эту спицу вытяну, девочки, чтобы она мне тут не мешалась. Вот сюда. 9 пока я подняла, да, что здесь смотрим. Вот, сейчас, если я начну сразу вот эту петлю провязывать, здесь будет некрасивый промежуток, поэтому я захвачу одну дужку, здесь идет лицевая дорожка, и вот эту вот, вот так вот захвачу эту дужечку левую от лицевой петли и провяжу ее лицевой. Здесь не будет дырочки. Так, здесь у меня на спице 26 петель, это пополам получается 13 петель, я сейчас их провязываю. Здесь вот хорошо подтягивайте первую петлю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Эти ряды вам покажу подробно, чтобы не было потом у вас вопросов. Так, 13 провязала, вытянула спицу. Дальше вяжу снова 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Довязала. Теперь нам нужно поднять... Так, сейчас ниточки вытяну. Поднять петли также со второй стороны. Помним, что я одну петлю добавляла, да, вот так вот из... Я сейчас вот так вот как бы вытяну дужку одну, да, у лицевой петли и ее провяжу. Вот, чтобы не было здесь тоже у нас дырочки на переходе. Теперь смотрим косички. И 9 петель вот с косички нам нужно провязать. 1, 2, 3, 4, так, 5, 6, 7, 8 и 9. Все, подняли все петли. Вот. И сейчас нам нужно довязать до середины пяточки. Довязываем. До середины пяточки. 8 петель тут у меня получается. Раз. Нам пополам нужно вязание разделить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вытягиваю спицы сейчас, чтобы вам все показать, что у меня получилось. Вот это, вот так у нас все теперь поднято по кругу, все мы провязали с вами. Мы находимся на середине пяточки. Вот, вот так. И теперь нам нужно здесь повесить маркеры, где мы будем делать убавки. Вот по этим частям, где поднимали петли, нам нужно будет лишние убавить. Отсчитываем 8 петель пятки. 2, 4, 6, 8, 9 петель, которые поднимали с косички. 2, 4, 6, 8, 9. Так, и одну петлю берем вот отсюда, спереда. Так, и здесь делаем то же самое. Еще раз считаю. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9 и 1. Вешаю маркеры, и мы будем теперь делать убавки до маркера 2 петли, после маркера 2 петли. Будем убавки делать через ряд, пока не вернем прежнее количество петель. Вот так это все выглядит. А сейчас покажу вам, как делать убавки. Итак, приступаем к убавкам. Сейчас нам нужно провязать все петли лицевыми, не доходя 2 петли до первого маркера. Просто вяжу лицевыми. Вот 2 петли у нас остались перед маркером. Мы их провязываем слева направо, с наклоном вправо получается. Вот так. Сделали убавку, перекинули маркер, перебросили маркер. Дальше все петли вяжем лицевыми и довязываем до следующего маркера. Так, довязываю до следующего маркера. 2 петли тут мне осталось. Маркер перебрасываю. После маркера делаем убавку следующим образом. Я называю это протяжкой. Первую петлю снимаем, не провязывая. Следующую провязываем лицевой. Снятую на нее набрасываем. И дальше довязываем все петли до середины пяточки. Вот, таким образом у нас вывязывается клин подъема. Сейчас будем сокращать петли, пока у нас не останется прежнее количество петель. В моем случае это 52 петли. Убавки, как уже сказала, будем делать через ряд. Когда будет 52 петли, клин подъема будет вывязан. Давайте я вам наглядно покажу, что это такое.
Вот он. Вот это клин подъема называется. То есть вот они, вот эти идут убавки, которые мы сейчас с вами делаем. И мы выходим на прежнее количество петель здесь с вами. Я сейчас все убавки сделаю и подключусь еще раз. И дальше уже самостоятельно будете вывязывать. Клин подъема я вывязала. Все убавки сделала. У меня сейчас 52 петли на спицах. А теперь я буду вывязывать просто ровным полотном. Вот. До мыска, до убавочек. Вот до сюда. Я вам вставлю сейчас таблицу, которой я пользуюсь. Там прям есть графа «Длина стопы до мыска», по-моему, так написано. Вот на 43 размер на мужа я смотрела 23 сантиметра. Это вот эта вот часть, вот, до мыска, вот до сюда, 23 сантиметра. И плюс мысочек еще где-то сантиметра 4 он забирает, как раз 27 сантиметров на этот размер. Можете ориентироваться по этой таблице, либо в интернете еще очень много таблиц, можете смотреть. Еще убавки можно начинать делать, когда у вас закрыт мизинец, то есть вот мизинец закрыт вот так, да, и начинаете делать убавки. Примерили, если есть на кого примерить, допустим, не на расстоянии вяжете, посмотрели, мизинец закрыт, все, начинаете делать убавки. Теперь я буду вязать по прямой до мыска, до вывязывания, и потом встретимся, покажу, как делать здесь убавочки. И рассказываю, что здесь у меня получилось. Смотрите, я вывязала длину, вот эта длина у меня 23 сантиметра, и сейчас будут идти убавки, вывязывать будем мысок. Когда последний ряд я вязала, я здесь, получается, не довязала 13 петель, вот от пяточки, да, 13 петель не довязала, чтобы мне вязание вот таким образом расположить, вот так, чтобы вывязать вот такой мысочек. Вот вязание начинается у меня вот здесь, получается, со стороны пятки. Ну, надеюсь, что понятно, да? Когда последний ряд я вязала, я просто не довязала 13 петель и здесь вытянула посередине 26 и 26 леску. Все, теперь буду закрывать петли. Закрывать буду следующим образом, пока через ряд. Так, через ряд я буду закрывать 9 рядов. С 10 начну в каждом ряду. Как буду закрывать? Со стороны пятки. Вот где у нас пяточка, где начало вязания. Следующим образом. Ввожу сразу в 2 петли спицу слева направо. И провязываю лицевой. Довязываю все петли до последних 2 петель. В начале у нас убавка с наклоном вправо, в конце у нас убавка с наклоном влево будет. Так, это так по пяточке, вот где пятка, да, по стопе точнее. По верхней части носочка немножко по-другому я буду делать убавку. Сейчас вам покажу. Так, довязываю до последних 2 петелек и будем убавлять с наклоном влево. Вот, довязала. Так, здесь мне нужно развернуть петли, чтобы с наклоном влево провязать вот таким образом. Ввожу спицу в 2 петли и провязываю с наклоном влево. Так, это по стопе. Теперь по верху. Сейчас ниточки возьму. Поверху носочка. Что делаем? Первую петлю мы провязываем лицевой, а дальше снова делаем убавку с наклоном вправо. 2 петли слева направо вместе. Вот, когда с наклоном вправо, петли вот таким образом должны быть расположены. Вот так. Чтобы удобно было слева направо их подцепить. Теперь довязываю все петли, уже не доходя 3 петли. Нам тоже здесь нужно будет в конце провязать одну лицевую. Тогда у нас получится и справа, и слева между убавками идти по одной лицевой петле. И это более-менее так симпатично получается, такой заворот, и нежели делать сразу убавки вот с последних петель. Так, 4,
3 осталось. Снова здесь я петли разворачиваю, провязываю с наклоном влево, и последняя петля лицевой. Объясняю. Следующий ряд, второй, мы вяжем просто без убавок, все петли лицевыми. В третьем ряду, а где пяточка, где подошва? 2 петли вместе с наклоном вправо, в конце 2 вместе с наклоном влево, разворачиваемся, 1 лицевая петля, 2 петли с наклоном вправо, в конце 2 петли с наклоном влево, 1 лицевая петля. Четвертый ряд, просто лицевые петли. Таким образом, так у нас получается, в 9 ряду мы делаем снова убавку, и потом 10, 11, 12, все ряды мы делаем с убавками, пока у нас не останется по 8 петель на каждой спице. Надеюсь, понятно объяснила. То есть 9, в 9 ряду у нас будет идти убавка, 10, 11, 12 там и так далее, сколько у вас получится, провязывайте тоже с убавками в каждом ряду, пока не останется по 8 петель на каждой спице. И закроем иголочкой. Вот у меня закрылись петли, у меня получилось 13 рядов. Сейчас по 8 петель на каждой спице. Я обстригла нить, ну так вот чуть-чуть подлиннее, чтобы мне точно хватило. У меня вот такая иголочка пластмассовая с широким ушком. Вдела нить и будем сшивать. Сшивать будем следующим образом. Так, ниточка вот у меня расположена сзади. Начинать будем сшивать с первой спицы. Ввожу иголочку в первую петлю справа налево и снимаю. И сразу ввожу иголочку также справа налево во вторую петлю и продеваю. Так, продели. Переходим ко второй спице. Ввожу иголочку справа налево в первую петлю, петлю снимаю, а во вторую петлю ввожу вот так изнутри слева направо и протягиваю, петлю оставляем. Подтягиваем, ну так не сильно, но нормально, чтобы не было у нас отверстий. Теперь будем повторять следующие манипуляции. Вводим иголочку в первую петлю вот так слева направо, петлю, вот еще раз показываю, снимаем, а здесь справа налево во вторую петлю оставляем. Так, подтянули. На второй спице вводим справа налево в петлю, петлю снимаем, слева направо во вторую петлю оставляем, подтягиваем. Снова переходим к первой спице. Слева направо вводим петлю, снимаем, а справа налево петлю оставляем. Продеваем нить. Вторая спица. Справа налево петлю снимаем, слева направо петлю оставляем. И так далее нужно сшить все петли. Слева направо снимаем, справа налево оставляем, справа налево снимаем, слева направо оставляем. И у меня сейчас по 2 петли на каждой спице, дошиваю, слева направо снимаю, справа налево оставляю. Так, справа налево снимаю, слева направо оставляю. По одной петле осталось, здесь делаем то же самое. Слева направо и снимаю, а здесь справа налево и снимаю. Все, убираю спицы, продеваю нить. И вот что у нас получается. Вот у нас лицевые дорожки повторились вот здесь. После стирки здесь вообще будет все ровненько, гладенько. Теперь нам иголочку нужно вывести вот сюда, где у нас последняя петля была, внутрь в носочек и там закрепить. Так, наизнанку. Вот, вывела, хорошо подтянула.
И здесь просто несколько стежков как бы зашиваете, да, аккуратненько. И все, носочек у нас будет готов. Останется еще заделать нити вот от наборного края тоже, которая у нас осталась. Так, здесь вот так вот узелками можно сделать несколько, чтобы точно ничего у нас не убежало. Вот, все. И обрезаю нить. Я всегда немножко так оставляю на всякий случай. И все. И вот он у нас вот такой мысочек аккуратный получился. Вот. Вот так сбоку это выглядит. Здесь по центру идет лицевая петля, от нее уже убавки. И получается довольно аккуратно. Если я раньше делала убавки в начале спицы и в конце каждой спицы, да, получалось здесь... Ну, как такие, как прожилочки, отверстие дырчато было. Мне это не нравилось. Теперь все очень даже здорово. Все, носочки готовы. Осталось их постирать и можно носить. На этом мастер-класс буду заканчивать. Огромное спасибо, что посмотрели меня, послушали, повязали со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Еще очень много всего интересного ждет нас впереди. Всем до новых встреч! Пока-пока!